Uber – это инновационная альтернатива традиционным такси, которая набирает популярность и по всем городам мира. Название приложения происходит от немецкого слова, которое означает «сверх», «избыток». Приложение Uber работает более чем в 400 городах мира. Это 60 стран мира. Компания оценивается в более чем 60 миллиардов долларов. При этом пока что у них нет первичного публичного размещения акций. Это впечатляет. Но является ли данный успех устойчивым? Давайте более подробнее рассмотрим эту компанию. Постараемся найти ответы на три простых вопроса. Первый. Мировоззрение Uber выходит за рамки прибыли? Как утверждает соучредитель и генеральный директор компании, Трэвис Каланик, основная миссия компании заключается в том, чтобы создать надежный вид транспорта. В дальнейшем это позволит преобразовать парковочные места для автомобилей в дополнительные места для школ и парков. С помощью мобильного приложения Uber глава компании Каланик хочет избавиться от частных автомобилей и общественного транспорта. Второй вопрос. Обладает ли компания необходимыми навыками и подходом, которые позволили бы им достигнуть этих целей? Uber – это технологический стартап, который базируется в Сан-Франциско. Это мобильное приложение, которое позволяет сделать вашу поездку более эффективной. Что еще уникального в бизнес-модели этой компании? Это приложение позволяет каждому желающему стать водителем. Все, что вам необходимо, это автомобиль и права. На сегодняшний день это отличный пример экономики взаимопомощи. Однако, по данным недавнего исследования, недельный заработок водителя компании, опубликованный в рекламе, более чем в два раза превышает фактически возможный. При этом коэффициент текучести кадров очень высокий. Третий вопрос. Сможет ли компания сократить количество посредников на рынке? Если видение генерального директора компании Каланика будет реализовано, компания Uber устранит своих главных конкурентов. Это частные автомобили и общественный транспорт. В настоящее время что удалось сделать Uber? Они сократили количество традиционных такси. Всего лишь одним касанием на вашем мобильном телефоне вы можете заказать и оплатить услуги. И в течение 5 минут вам будет подан автомобиль. В начале этого года я использовал данное приложение во время поездки в Эдинбург. У меня была очень важная встреча, я заказал такси с помощью приложения Uber, и мне пришло сообщение, что свободных машин пока что нет, и в итоге я опоздал на встречу. Доверие к приложению Uber будет только тогда, когда оно будет работать везде и всегда. В данный момент, что касается лично моего опыта, то пока что он негативный. Эта служба работает отлично в США, она быстро развивается, но опять же, она сталкивается с такой проблемой, как регулирование. К примеру, законодательные органы выдвинули требования по отношению к штаб-квартире компании, которая располагается в Калифорнии. Водители компании должны рассматриваться в качестве наемных работников, включая при этом все связанные с этим расходы. В Филадельфии данная услуга была приостановлена, потому что у водителя авто не было лицензии. Ну что же, подведем итоги. Является ли Uber инновационной компанией? Да. Но достаточно ли инновационная эта компания, чтобы достигнуть своих целей? Нет, я не уверен в этом. Очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Большое вам спасибо за внимание. На сегодня все. До свидания.